Большая часть нашей жизни – это серия картинок. Они пролетают мимо, как города на шоссе. Но иногда момент ошеломляет нас, и мы понимаем, что это мгновение не просто пролетевшая картинка. Мы знаем, что этот момент, каждая его часть, будет жить вечно. Это не мои высказывания. Так сказал Лукас Скотт в одном из своих произведений «Холм одного дерева». Мне понравилось это высказывание, и я начинаю свой новый ролик. Ролик из забытого прошлого, неопубликованное «Осеннее». Привет, приятели! Мне захотелось не оставлять красивые, сочные, нежные краски моего домашнего декора и теплую золотую осень за рамками YouTube. Хотите посмотреть, как вообще проходят мои съемки? Мотя на подоконнике, как всегда, улеглась на переднем плане, потому что самая красивая – это она. Если кто не знал, то обратите внимание на нее. Все остальное бренно и ей неинтересно. А мне так хотелось показать свою любимую посуду всем в Инстаграме. Частично выставляю, поэтому заходите в Инстаграм и смотрите. Так, ладно, мы переходим. Идем. Красивые букетики мои. Осенние. И переходим сюда. Ба-бамс! А здесь снова осень. Это ее любимое местечко. Да, Басюся? Ну и что ты опять включаешь? Жопный вентилятор. Что? Что? Ты моя красавица, моя девочка, моя сладкуся. Где моя девочка? Где моя сладкая? Вот она. Ой, мы все не настроены разговаривать, мы спим. Ладно, а мы идем дальше. И даже за забором бывает очень красиво. Свою дачу с чудесным девичьим виноградом, мискантусом, кисти которого до сих пор шумят, и на зиму я не обрезаю, с тонким слоем льда на пруду. Все-таки недаром говорят, что дача – это место релакса. И если у вас не хватает энергии и сил, то возвращайтесь сюда, смотрите, впитывайте, вдыхайте. Это такой кайф, поверьте. Как какой-то стиральный порошок крупинками. Но осень прошла как-то незаметно для меня. И наступили первые заморозки. И кормушки я тоже оставила. Пожухшие растения тоже украшают сад. Пруд уже почти весь замерз. Кувшинки так и остались у нас в пруду. Мы оттуда их не убираем. И мы с мамой снова вернулись на дачу. Решили сегодня дособирать капусту. Видите, цветы я даже не убираю, пускай насеются к весне.
А теперь мама. Мамочка моя, мама. Мамочка, помаши. Давай. Ни разу в жизни не собирали капусту в снегу, в таких заморозках. Вот приехали аж прям с мешком холщовым. Не, ну не холщовый, конечно, он синтетический. И будем сейчас собирать. Говорят, капуста, которую прихватил мороз, самая вкусная. Да, конечно, вкусная. А, пап, проверим. Аж целый мешок взяли. Два. Глядишь, наберем. Руки только мерзнут. Ай! Давай я теперь. Тебе достанется, всем достанется. Остальное мышка. Пускай мышки кушают. Яблоки на снегу, а она с капустой на снегу. Очень хорошо. Капуста на снегу. Все хорошо, только руки мерзнут. Ага. Ну что ты не режешь, не хочешь? Надо. Давай. Снег все припорошил, все убрал, все убаюкал. Я люблю, когда падает снег. На даче, конечно, хорошо, а дома лучше. Чашечка горячего чая успокаивает, умиротворяет и гармонизирует. Пока мои масявки спят, решила себе сварить овощной суп. На курином бульоне я все всегда режу крупно. Мне очень нравится есть по отдельности в супе ингредиенты. Да, эти малышки опять отдыхают. Суп уже забурлил. Аромат распространился по квартире. Все, нужно садиться кушать. А вечером мы снова в парк, гулять с Боси, час-полтора, смотря какая погода, какое настроение и, соответственно, какая температура. У нас уже стало очень холодно, около 30 градусов, но прогулки мы все равно не отменили. Румяные щеки, приятный морозец и вам большой привет! Пока-пока! До новых встреч! С уважением, Ирина!